Всем привет! У нас в продаже появился Hyundai Solaris 2017 года объемом двигателя 1,4 литра. По технической части без нареканий. Давайте заглянем в салон. Салон находится в отличном состоянии, как сзади, так и спереди. Теперь пройдемся по комплектации. Здесь мы можем увидеть 4 электростеклоподъемника, блокировка дверей, электрорегулировка зеркал. Регулировка фар по высоте и регулировка яркости приборной панели. Мультируль для управления мультимедией. Штатная мультимедиа. Кондиционер. Подогревы передних сидений. Подогрев руля. Розетка на 12 вольт. Две штуки. AUX и USB. Два подстаканника. На данный момент двигатель запущен. Никаких ошибок не горит. Двигатель работает ровно. На данном автомобиле пробег 105 тысяч километров. Ну а если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти под объявлением. Машину можно приобрести за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. Находимся мы по адресу улица Азина, 83, автосалон «Столица». Всех ждем!